Анвар, поздравляю с победой, поздравляю со званием лучшего игрока матча. Твое мнение, твои эмоции, ощущения на прошедшем матче? Спасибо большое. Ну, играли хорошо мы. Первый тайм вообще здорово играли, просто не получилось забить. Второй тайм удаление, конечно, сыграло свою роль. Девятером они играли. Им, наверное, было посложнее намного, чем нам. Ну, реализовали свои моменты, два стандарта использовали. Пенальти и штрафной. Ну, команда сыграла здорово, мне понравился матч. 3-0 все-таки не каждый день выигрываем тоже. Ну, команда, ну, не знаю, тоже, наверное, играла хорошо первый тайм, старалась. Тоже хорошая команда, они на третьем месте все-таки идут. Ну, я думаю, мы тоже обогнать должны их потихоньку. В целом, все хорошо, будем работать.